У нас в деревне Трубачевка Омской области, был такой случай. Хозяйка поставила брашку на пшеничке. Когда выгнала из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя с озера, только у нас, увидали пшеничку и наклевали. И в кайфе отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, с ужасом обнаружила за баней всех сдохших гусей. Ну, хоть что-то надо с них получить. Со слезами на глазах полночи теребила с них пух. А гусей скидала за баню. Думает, похороню на утро. Не, не удалось. Зато на озере местные рыбаки отрезвели в раз, когда увидели шагающих голых гусей.